Приветствую! Вы в гостях у Екатерины на канале «Комнатные цветы, советы и наработки». И я вас знакомлю с вечно зеленым растением, привезенным мною из Корсики уже 5-й год. Что это за растение? Смолосемянник. Посмотрите, вот эти кадры я делала во Франции, в городе Кастель-на-Дари в декабре 2022 года. Вот такие семена я привезла и, конечно, опять посадила. Это было 13 декабря 2022 года. Только вернулась из поездки 10-го, но нельзя было оставлять эти семена, так как тот верхний слой оберегал всхожесть, и если их сразу не посадить, они теряют такую возможность. Костяночки очень липкие, вы видите, даже прилипают к пинцету. И как видите, я привезла еще очень много семян, и их тоже буду сажать. А вот это уже съемка февральская. Как же радует меня это интересное растение питоспорум или смолосемянник. Привезла я семена вот этого растения в 2018 году с Корсики. Растение растет очень медленно. Заметила, что появились всходы из посаженных семян. Прошло почти 2 месяца, чтобы семена проклюнулись. Но как же это радует, что не напрасны мои труды. Все-таки надежда моя оправдалась, и я вовремя посадила семена смолосемянника. Эти яркие листочки на макушке привлекают мое внимание каждый раз, когда я прохожу мимо, и с какой же радостью я наблюдаю, что всходы растут. Но если обратить внимание на вот эти семена, которые не попали в грунт, они не дали всхожести. Так что, если у вас появится возможность получить такие семена, сажайте срочно, так как это того стоит. Вообще наблюдать за развитием растений очень интересно, особенно зимой, когда особой работы нет, а вот моя оранжерейка занимает все мое время. Решила измерить, какова же высота этого моего деревца. 40 сантиметров. Но вижу, что отклоняется немножко от прямого роста это мое растение. А это, смотрите, вот так оно цветет, но я пока не видела цветения. А отклоняется оно потому, как очень много растений, и каждому растению, я уже не раз говорила, нужно свое место, свое пространство. Посмотрите, появилась новая функция на YouTube. Супер, спасибо! Буду рада, если вы заглянете ко мне на канал и нажмете на эту кнопку и подарите мне какие-то дивиденды. Ставьте лайк. Моему каналу очень нужна поддержка. А еще у меня есть канал «Цветочница Екатерина». Приглашаю вас. Подписывайтесь на этот канал, пишите комментарии. Я буду вам благодарна. И буду благодарна, если супер спасибо от вас появится у меня на канале.